Всем привет и добро пожаловать на канал Baby Taki Dolls. Сегодня мы с вами распакуем куколку из серии Rainbow High, первая волна, и это у нас цвет красный. И прежде чем мы откроем эту коробку, я хочу немножечко рассказать вам о красном цвете. Вообще, это линейка, посвященная радуге. Первый цвет в радуге, к которому мы привыкли, что он первый, это красный. И красный цвет — это излучение, которое видит наш человеческий глаз с самой большой длиной волны. За красным находится инфракрасное излучение, его мы уже не видим, но вот это самое первое — красное. Красный цвет есть в радуге любой страны, все признают существование красного цвета. И раз уж мы с вами разговариваем про фэшн-кукол, хочу пару слов рассказать о том, как появился красный краситель для тканей вообще в нашей жизни, потому что долгое время мы не знали, ведь искусственных красителей, красителей в любой цвет, были только натуральные красители. Так вот, красный краситель для тканей — это был первый цвет, в который люди вообще начали окрашивать какую-то свою одежду. И началось это примерно в 5 веке до нашей эры, представляете? И окрашивали ткани в основном такой вещью, как кармин. Кармин — это краситель естественного происхождения, не очень приятного происхождения, потому что он делается из насекомого, которое называется кошениль. И если вы можете себе представить какую-то одежду индейцев или инков и представить в нем красный цвет, вот это и был тот самый красный. Красный цвет для одежды всегда считался очень почетным и дорогим. На самом деле это был очень дорогой краситель, один из самых дорогих. Но несмотря на это, огромное количество разной одежды в истории человечества было окрашено красным цветом. К счастью, теперь у нас есть искусственные красители, поэтому на нашей девочке мы можем увидеть огромное количество разных оттенков красного. Вообще, эта серия мне этим и понравилась, потому что она показывает один и тот же цвет с разных сторон. Разные текстуры, разные оттенки этих цветов. И начнем давайте с красного, откроем эту коробку и посмотрим, что же там внутри. We'll be right back.
Ох, друзья, я прям залипла. Я распаковала коробку и на полчаса, наверное, залипла, потому что мне очень хотелось переодеть в разные образы эту куклу. На самом деле оказалось, что огромное количество сочетаний можно составить из этого набора, хотя на первый взгляд одежды не так уж и много, но все детали сочетаются между собой, и это очень круто. Мне очень понравились волосы у этой куклы. Они мягкие, пушистые, очень приятные на ощупь. И вот заднюю часть я расчесала, она без лака, а передние два локона, они очень сильно залачены, я их трогать не стала, пускай пока поживут так, но расчесываются волосы прекрасно, оставляют свой завиток, причем волосы неоднородно красные, они разных оттенков, и разные волоски разного цвета красного. Прям светленького, такого почти кораллового, до темно-темно-темно-винного, вишневого. Конечно, мне очень понравилось лицо у этой куклы. У нее очень классные глазки, такие прям трогательные, детализированные, с такими ровными, красивыми ресничками. Очень красивая рисовка глаз, то есть они сами стеклянные, и они вставлены в лицо в куклы, и это выглядит очень красиво. Очень нравится ее лицо, губки, носик, то есть сам молд тоже очень трогательный и красивый. Мне понравилось тело, потому что оно немножко такое по-детски пухленькое, с по-детски пухленькими, там, например, ручками, ножками. Понравились шарниры, они крепкие, и их не, будет совсем непросто сломать, даже при очень активной игре. Немножко расстроило, что она не кивает, то есть она может поворачиваться только влево-вправо, а кивка головы у нее нет. Но, насколько я знаю, дальше то, что будет выпускаться в этой серии, будет уже с кивающей головой, потому что, конечно, такого ракурса в куклах не хватает. Ну и здесь вы можете видеть, что мне больше всего понравилось в аутфитах. Вообще мне весь аутфит очень понравился, кроме сапожек. Мне не понравились сапожки, они сделаны хорошо, но просто мне не нравится сам вот этот стиль, в котором они выполнены. И немножко у меня есть сомнения по поводу вот этой кепки по тем же причинам, потому что они такие довольно грубые, какие-то даже байкерские. Я не любитель байкеров, поэтому они мне не очень понравились, но сама кукла очень классная. Конечно, как и Lolo MG, они сделаны не очень аккуратно в плане аутфита, да, то есть где-то у вас торчат нитки, где-то что-то распускается уже, как только вы это достали из коробки. Но сама кукла очень классная. И это огромное поле для какого-то творчества, потому что вы можете сделать огромное количество самых-самых разных аутфитов для нее, да, и сочетать разные красные оттенки, может быть. Это будет очень интересно. Если вы хотели бы видео, где я показываю, как что-то сшить для Rainbow High, то пишите, обязательно сделаю. И расскажите вообще свое мнение об этих куклах. Нравятся ли они вам? Нравится ли вам эта серия? Есть ли у вас такие куклы в коллекции? Может быть, только планируете, хотели бы? Либо уже собрали давно всех? И вообще нравятся они вам или нет, конечно же. Я смотрела довольно долго на этих кукол. Они мне очень нравились личиками. Но были сомнения по поводу того, что зачем мне, в общем-то, еще одна серия игровых кукол. Да, это не так, может быть, интересно для меня. Но вот Rainbow High я начала воспринимать не как игровую куклу, а как именно фэшн-куклу. Потому что у нее большое количество разных нарядов, которые вы действительно можете друг с другом сочетать. А если в кукле есть такой аспект, это однозначно фэшн-кукла. Ну и, конечно, надо признать, что куклы, что Lolo MG, что Rainbow High, они очень модные, и это мода вот именно сегодняшнего дня, именно то, что модно сейчас, в этот момент. Спасибо, что досмотрели это видео, надеюсь, вам было интересно. Лично я получила огромное удовольствие от этой распаковки. Я очень рада, что эти куклы появились в моей коллекции, и совсем скоро откроем всех остальных. И если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подпишитесь, чтобы ничего не пропустить. И я буду очень рада, если вы расскажете об этом канале своим друзьям.